Приветствую всех на канале. В данном видео я покажу полный процесс изготовления боковой планки для рамки с гофмановским ограничителем из доски после ленточки. Все, вперед. Первая операция — это делаем базу на нашей заготовке на фуганке с протяжкой. Чтобы максимально обезопасить себя, не засунуть руки в фуганок. Я считаю, фуганок — это одна из самых опасных операций. Сделали мы нашу базу на одной стороне. Следующая операция — это нужно выровнять на фуганке тоже одну сторону, которая будет дальше распиливаться, чтобы она была гладкая. Выполняем эту операцию на другом станке, поэтому и много станков, чтобы не перенастраивать, а делать все на разных станках. Получается, у нас уже две стороны гладких. Следующая операция — это перенастройка этого станка на рисмусовку, чтобы сделать толщину заготовки 35 мм. Включили мы наш рисмус, включили циклон, шумно сейчас в цеху. Следующая наша операция — рисмусование на толщину 35 мм. Рисмусовали мы нашу заготовку. Торцевание нашей доски на заготовке. Отторцовываем край, чтобы был ровный. И шинкуем на заготовке по 290 мм. Следующее — это одна из самых трудоемких операций, это выборка Гофмана. Значит, нам надо нашу заготовку выбрать с каждой стороны по 5 мм, чтобы на внизу получилось 25 мм. Значит, вот такое приспособление у нас на фугвальном станке. И вперед.
интересно, как получилось. Раньше мы эту операцию сделали на бытовом станке. Получалось вообще плохо, много заученец. Мы их тогда дорабатывали, дошлифовывали. То есть убирали эти заученцы. Сейчас получается довольно хорошо. Мощный станок на 380, высокооборотистый. Три ножа на нашем валу. Довольно все хорошо. И самое главное, когда работали на бытовом станке, когда вели заготовку, сильные удары были в руку. Прям потом от этой операции рука болела. А сейчас нормально идет, можно сказать, практически по сравнению, как раньше было, удары сейчас минимально. Все, следующая операция. Работает циклон у нас уже включен. Следующая наша операция, это нужно наши заготовки, вот эти вот большие, распилить на леечки сантиметровые. Раньше мы это делали за много-много проходов на одной пиле. Сейчас мы сделали по-другому, сделали многопил. Сейчас покажу, как мы пилим. Начались наши заготовочки. Сейчас это пилится как конвейер. И очень быстро. Вот так получаются наши заготовки. Намного быстрее, чем раньше. Подписываемся на канал. Дальше будет подробное видео, как мы сделали наш многопил. Спасибо, до свидания.